Сегодня у нас в городе день благотворительности, и мы идем к одинокой бабушке порадовать ее своим вниманием, подарить заботу, душевное тепло и, конечно же, передать пакет с продуктами, деньги на которые нам передала тренер Жанна Бэйль. Здравствуйте. Никого нету. Никого, всех похоронила. И мужа, сына всех похоронила. Никого нету, конечно. Как ваше здоровье? Нормально. Мы к вам из благотворительной акции от Жанна Бэйль. Она передала вам продукты. Она нас учит помогать людям. Держите здоровье вам. Спасибо большое. Жанна Бэйль, дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия в вашей работе. Хорошо, ладно, здоровья вам, не болейте, всех благ. Спасибо, держусь и так.